Даша уплетает кашу. Сено все расшвыряло. Сено нам не нравится. Да, Даша? Сено дрянное, потому что. Мелисса! Мелисса тоже. Вкусно тебе, да, Мелисса? Все сено расшвырено. Все, выгреб. Помощничек. Сгребай его тут на улице. Снег, снег кругом. Киса! Кисы бегают. Сегодня, наверное, и на улицу-то я их не выпущу. Ну, холодно же. Куда я их выпущу? Ну, разве что на часок. Ты там в грядку складываешь? Ну, молодец. Видишь, все пристыло. Это у нас такое сено. Это еще более-менее. Перед этим ели вообще ужасное было. Ну, это вот первый привоз. Уже 3 рулона взяли. Осталось 7. Остальное... Вот эта серость, они его вообще просто под задницу выкидывают. У нас уже который день идет снег. Греби, греби, Серега. Складывай. О! Складывай. Сейчас пойдем посмотрим, что ты там. Ну, мне же надо посмотреть. Твою работу оценить. Как ты хорошо работаешь. Угу. Сова, что ли, ты? Угу. Плохо работаешь? Вот пойдем сейчас и посмотрим, что ты там наскладывал. Белка вот пришла. Белка, стрелка, поскакушка и визгушка. Пойдем проверять, что там Серега натворил, да? Ну, что смотреть? Работу твою. Снег скрипит. Здесь у меня овощи хранятся. Снег у нас со вторника. Что ты ищешь, Белка? Здесь была грядка. Разбросали. Огород полностью не убран. Так, сяк, наперекосяк. Теплица вся порвалась. Заново все делать надо. Здесь трогать не стали, потому что здесь мелкий чеснок посеян, который из бульбочек, вот семена. Его там не найти, а начнешь ковырять, все выдернешь. Весной будет видно. Поэтому оставили все. Это... Грядка за лето вот набралась, и осенью мы складывали. Но она осядет. А тут вот, по новой. Там снизу трава огородная. Ты скреби, греби давай, не разговаривай. Нравится мне, да? На память запечатлеть хочу тебя. Как же мы без тебя, Серега? А ты зачем, вот ты скажи, пожалуйста, зачем ты снег вывалил на чеснок? Объясни. Чеснок вот тут. Да. Чеснок вот до сих пор.
где до сих пор? Ну вот это, блин, полушки. Правильно. И грядка идет вот сюда. А ты куда навалил? Ну что же, она идет туда, да? В кусты? Вот ты вообще туда. Молодец, супер. Она идет по этой. Да, не матерись. Не матерись, сказала. Вот помощник у меня такой. Ну, кривенько складываешь. Кого? Грядку. Что, а не кого? Ну, такая будет, волнистая она. А вот ты вот сюда встань и посмотри. Вот встань, посмотри. Видишь, она кривая. Ну что, она идет зигзагом вот так, а потом туда заворачивает. Я проверю. Я посмотрю. Ну все, молодец. Не бурчи, а, как старый дед. Там вон птиц сколько. Надо кормушку вешать. Белка кто там? Белка проверяет. Вот столько снега. Холодно у нас. Там на кустах осталась вишня, вот они вишню клюют. Все, снегопад. Падают снежинки. Птички летают. Красота. Вон там, вон сколько их. На сосны. Там вдалеке, вон на березы видно, как они. На соснах не знаю, что они там. И шишек что-то выколупывают, наверное. Вон стайка птиц полетела. Вот такой субботний день. Белка что-то ищет. Белка. Замерзла? Пойдем домой. Пойдем. У меня руки тоже замерзли. Ну вот. Здесь тоже была грядка. Тоже всю ее раскидали. Но не до самой земли. Так. Весной все перепашется.